Всем привет, с вами Zero Point. Мы продолжаем проходить метро 2033 Redux. И мне кажется, мы уже близимся к финалу, потому что, ну, как бы уже все, мне кажется. Скоро уже конец будет. Вот, все к этому ведет. Так что давайте продолжать. Неужели мы нашли вход в легендарный бункер? Я никак не мог в это поверить. Но сколько человек отдали свои жизни, чтобы мы получили доступ к последним ракетам? Стоило ли это их жизней? Вот, собственно говоря, почему я считаю, что сейчас финал скоро будет. Потому что мы, как бы, вся цель нашего путешествия, по-моему, была в том, чтобы добраться именно сюда. Эй, поаккуратней там. 20 лет без техобслуживания не всякая советская военная техника вынесет. Под ноги смотрите. Тебя тоже касается, Артём. Да. Так мне вот в этой хуйне, что-то да? Все слишком просто. Центр управления должен быть где-то тут. Осталось его найти. Ульман, Владимир, будьте начеку. Да, блядь. Никогда не знаешь, чего ждать. Артём со мной. Есть. А, все понял. С этим чувачком идти. Без проблем, пойдем сейчас, чё? Что такое? Так противогаз-то нахуй не нужен сейчас. Снимай его нахуй. В смысле? Какой противогаз-то? Ты чё, это дурак, что ли? А нахрена он нужен-то здесь? Типа тут радиация? Серьезно? Ну ладно. Я думал, в метро нет радиации здесь. Знаешь, так я примерно все себе и представлял. Со времен моей службы в армии ничего не изменилось. А этот чё, комплекс будет постарше меня. Ебать нам внизу, сколько еще. А этот бункер в реальной жизни есть, интересно? D6 это. Так. Тут наверху должны быть воздушные фильтры. На экстренные случаи. Раньше все строили на века. Думаю, система все еще работает. Ты, блядь, чё снял-то его? Сам же говоришь, не снимай. А, у меня нет фильтров, охуенно. Ну я сейчас сдохну, чё. У меня нет фильтров, блядь. Заебись, я сейчас сдохну, нахуй. Мужик, дай фильтр, пожалуйста. Ничего хорошего. Перехвалил технику. Блять, дай фильтр по-братски, у меня нахуй кислорода нет. Там где-то есть запасная пусковая система. Поднимись-ка на тот мостик. Поднимусь, блять, сейчас, да. Фильтр мне дай сюда, нахуй, на базу. Захуенно просто. Снимай тогда, нахуй, побежали быстрее. А чё в такой ситуации-то делать? Что, блядь, в такой ситуации нахуй делать-то? Куда идти-то, ёбаный в рот? Снимай. Блядь, ты где нахуй? Быстрее иди, сука. Подышал, снимай нахуй. Знаешь, так я примерно всё себе представлял. Блядь, дай фильтр, сука, мне. Куда я должен фильтр-то тебе черпать, блядь? Да надень ты эту хуйню. Все, снимай, ну. Блядь, какой пиздец. Так, тут наверху должны быть... Дай картридж мне, сука! Раньше все строили на века. Блядь, дай пройти, ну, нахуй. Урод, блядь, ты... Ну ты урод, нахуй. Почему, блядь, не предусмотрено ничего в таких ситуациях-то, ебаных? О,
Слава богу, минута хотя бы, блядь. Нахуй, я все равно экономить буду. Да ничего хорошего. Перехвалил технику. Теперь придется запускать систему вручную. Да хуй с ней запустим. Там, где запустим. Пусковая система. Поднимись-ка на тот мостик. Потом объясню, что делать дальше. Открывай это говно ебучее. Мне дали 1.5 минуты, мне это нихуя не даст. Артём! Там должны быть 4 сорта! Подышал, снимай. Одевай. Ну что ты хочешь от меня? Ну? Еще тебе... Все с самого заново? Естественно, блядь. Естественно, все с самого начала, блядь. И этот долбоеб ебаный, блядь, будет идти опять, блядь, 2.5 часа, блядь. Сука, урод, блядь. Ты можешь побыстрее хотя бы ходить. Может, в поезде что есть, кстати. Пока он там шастает, блядь, как тварь ебаная. Ящик, пожалуйста, дай мне что-нибудь. О, блять, 3 минуты, это все равно нихуя, нихуя, блядь. Ладно, сейчас там еще подберу, блядь. Дай пройти, нахуй, тварь. Блядь, нихуя полезного, нахуй, не делаешь, блядь. Все я, блядь, делаю. Все, нахуй, я должен делать. Все, блядь, я должен делать, сука. Снимай, нахуй, экономим, блядь. Экономим топливо, блядь. Так, вот, конечно, сохранение прошло, но нихуя оно не проходит, блядь, сохранение. Если я сдохну, я все равно оттуда пойду. Блядь, ты можешь побыстрее, сука, идти, блядь, сейчас тебе нахуй мозги вышибу, блядь. Да, давай постоим еще, да. Нам же делать нехуй, у нас дохуя фильтров, блядь. Да ничего хорошего. Перехвалил технику. Теперь придется запускать систему вручную. Там где-то есть запасная пусковая система. Поднимись-ка на тот мост. Смотри, не сдохни, не нахуй здесь. Артём! А, блядь, хули орешь-то? Я где здесь упал-то, блядь? Ой, хуй с тобой, жри, блядь, этот противогаз. И чё, включать-то не надо, нет? Снимай нахер, экономим. Экономим, блядь. Жми на кнопку по сигналу. На какую, блядь? Вторая. Что? Какая вторая? А где вторая-то, блядь? Вот это? Блять, вот это первое. Да. Так, следующую. Какую следующую-то, блять? Какая из них следующая? Молодец. Теперь давай дальше. Четвертая. Я понял, спасибо. Почему про третью нихуя не сказал? Прошло сохранить? Пытаемся запустить систему. Ай, блядь. Больше фильтров нету, нихуя. Давай, пуск. Ничего не выходит. Да, блядь, да, да, сука, блядь, включи. Ай, безнадёжно. Проклятие. Экономим, блядь. О, прямо как в старом добром кино. Эй, полковник, что случилось? Все в норме. Хуй знает. Артём, уходим. Хватит играть с аппаратурой. Я пытаюсь найти, где тут еще могут быть как фильтры эти ебаные.
Почему сейчас я не задыхаюсь? Вентиляция, блядь, заработала. Охуенно. Я все равно буду искать, блядь, эти. Все равно, сука, искать буду, блядь. Все равно, блядь. Где-нибудь что-нибудь есть. Здесь я был уже. Я буду искать, блядь. Мне ж делать нехер, правильно. А где вы-то хотя бы? Наверху, что ли? А, вон они. Мы типа должны съебаться нахуй. А как забраться-то, блять? Вы можете мне инструкцию-то дать? А, обойти все нахер. Правильно. Как, блять? Сука, как же тяжело-то, а? А ты прыгать-то не умеешь, да? Через препятствия. Ай, блядь, я в паркуристы нахуй не записывался, блядь. Пиздец, я должен прокуристом тут быть. Давай. Вот вам жалко было фильтр-то дать человеку, блядь, который, между прочим, в отличие от вас, сделал хоть что-то. Слава богу, нам не надо спускаться до самого низа. Чую, там что-то неладно. Ну да, по зеленому свечению понятно, что там кто-то наблевал. А вот это что такое за пупырчатые, блядь, уроды? Ульман, налево. Профессор направо. Артём, прикрываешь меня? Нахрен тебе. Если все карты. Я ящики обшариваю. Нам туда. Не мешай. Но как нам ворота открыть? Есть идеи? Артём? Нету вообще идей никаких. 9 минут, отлично. Вообще никаких идей. Сами разбирайтесь со своими воротами ебаными. Что ты сюда светишь? Но что если... Поезд запустить ебучий? Даже не думай. Кнопки не работают ни одна. Что если, да, что если, охеренно ты сказал, конечно, подсказал вообще, блядь. Ага. Я должен был подойти, или она... Сохранение было, мне просто интересно, что будет, если я уебусь, да, сюда. Давай за мной. А. Понятно. Я думал, меня сразу охуярит. Не, это самое, нелогично. Тут, конечно же, нихуя нет. Теперь опа! Тихо. Пошли. P90? Серьезно? Нахуя? У меня есть P90. Ульман, держи дверь. Владимир, это твоя тема. Что тебе нужно? Дай-ка соображу. Инструкция А124, третья страница... панель ДС-22. Ах да, вот же она. Так, мне не интересно, что они там говорят. Мне интересен лут, который тут должен я быть, по идее. Ага, сейфы. Ключ должен нужен. Заработало. Подожди, мне ключ нужен. Отстанет меня. Отлично. Первый уничтожен. Второй не боеспособен. Третий, четвертый, пятый, восьмой, десятый. Да быть этого не может. И все, ёпта. Восемь. Мой, блядь. Я выцарапаю из него всю информацию. Какого дьявола? Что произошло? Да и только не говори, что я должен опять фильтр. Резервная батарея села. А что с основным питанием? Ну, кажется, реактор выключен. Блядь, да пройди ты уже.
Придется спуститься на самое дно и стартануть его вручную. Судя по схемам, ничего сложного. Там все на автомате. Пойдет как по маслу. Ну подождите, ну не уйдите сюда без ключа. Как ты собрался вниз-то спускаться? На вагонетке. Вроде есть. Этажом ниже. Проблема в том, что нам придется тут все отключить. Даже аварийное освещение. Чтобы ему напряжения хватило. Сейчас, подождите, мужики, ключ найти. Ладно. А все-таки трудно поверить в то, что это строили люди, а не гиганты-циклопы из древних легенд. Не только я, но даже балагур-шутник Ульман притих, когда попытался представить себе размер этого места. Что это за секретный объект, и когда кем он был построен и зачем? Когда ушли его хозяева, и почему никто в метро никогда о нем не слыхал? Под ногами ковер из гильз, можно было бы подумать, что тут кипел жестокий и отчаянный бой. Но вокруг нет ни тел, ни костей. Что же здесь произошло? Ну, очевидно, что это свалка. Спасибо, Володя. Пуль, блядь. Будь здесь. Гильз этих ебаных. Мы быстро. Артём, Ульман, за мной. Ну, блядь, какой за мной-то? Ключ-то найти надо. Пизду, тут нет ключа, блядь, никакого. Меня наебали опять, блядь. Заскамили, блядь, нет ключа никакого. Может, он, конечно, здесь есть, но нихуя тут нету. С кем идти? Что это, блядь, такое? Проклятье. Знал ведь, что так легко ничего не пройдет. А что это за сопли ебаные летающие? Вернись к Володьке, прикрой его. Если что случится, я отправлю Артема. Ну, да правильно, меня отправили, самое говно меня. А что это за слизняки летающие? Можно объяснить мне? Ты где, ёбаный в рот? Это все, да? Ой, бля, сейчас к слизнякам летающим приземлимся, да? Упырье вымя. Да оно теперь повсюду растеклось. Что за мерзость? Блять, опять ты начинаешь, сука, а? Нету картриджа, ни пизды. Так, быстро, быстро, блять. Лут нахуй. Огонь заберу, буду огнем дышать, блядь. Метаном я дышать мал. Буду и выживу, блядь. Лифт-то здесь. Ага, сука. Придется идти в обход. Вперед. Хуй с ней. И прикрываем друг друга. Точно прикрываем, а ты меня будешь прикрывать? Ой, блядь. А слизняки убивают? Или нет? А вот и питомцы сухумского обезьянника. Идите ко мне, друзья. Ёбаный в рот. Опять начинается. Это говно ебучее. Давай ты будешь стрелять. Давай, я просто сюда запрыгну и все. Стреляй, стреляй, стреляй. Мне вообще до пизды, блядь. Стреляй, стреляй. Ой, блядь, ёбаная вонючка. Стреляй, стреляй, у меня патронов нету. Ты мне обязан был дать противогаз, но у тебя не было нихуя. Блядь, за нахуя это сделал, а? Ты тихо, ты не умирай. Давай, давай. А что у него за пушка? Чё ты орёшь? У тебя рельсотрон, что ли? Чё-то мне не нравится. У тебя рельсотрон, мужик. Проклятье. Чувствую, до финала я буду долго идти. Провода какие-то ебучие. Конечно, блядь, патронов нет, но мы стреляем. А что за существа? Да можно ли назвать их существами? Зародились ли они на развалинах Старого Мира сами? Или кто-то подземный гор... Или этот под... Блять, как этот подземный город были созданы людьми. В них нет ничего естественного. Их природа противна нашей.
Нам нужно уничтожить их до последнего, потому что иначе они уничтожат нас. Это так же, как с черными. Этот мир снова будет нашим. Или создания, которые пришли в него после людей, сожрут нас всех до единого и двинут эволюцию дальше. У нас нет выхода, нет выбора. Мы возвращаемся во владение своих предков с огнем и мечом. Мы вернем себе наследие наших отцов, которые принадлежит нам по праву. И мы выиграем эту последнюю битву или сгинем окончательно. Ну, мы хуй знает, что сделаем. Но если мне не хватит картриджей, то мы точно сдохнем. Мужик, ты можешь идти хоть чуть-чуть побыстрее, хоть на 0,5 км/ч побыстрее передвигаться, а? Ты, блядь, прикалываешься нахуй или чё? Ага, вот он. Надеюсь, он еще работает. Тут ничего нету. Ну ты пойдешь сюда. Пошли. Что такое? Ульман, хорош дурачиться. Товарищ полковник, я починил громкую связь. Отсюда, оказывается, можно лифтом управлять. Включаю. Поехали. Невидимые наблюдатели. Да как можно в них верить после того, как этот шут так загадил поляну? Поехали, блять, уже! Наконец! Сейчас надо в реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с... Что такое? Устал? Ляж, полежи, пока мы едем. До первого этажа, а там по лестнице... Ой, фу, склизкое говно, блять, какое-то. Найдите главный пульт, дальше я все объясню. Ой, нахуй, господи, ой, блядь. Какого... А теперь-то что? Володя, видел бы ты это. Артём, теперь... Да держи. Не буду я заменять, отъебись от мне нахер, у меня целая минута есть. Эта мерзость на полу наверняка ядовитая. А тут еще и газ. Нас так надолго не хватит. Блядь, с моим количеством фильтров так точно. Я нихуя не буду менять, ты отъебись от меня, надпись ебучая. Ну как ты? Справишься с этим? Не особо, мне кажется. У меня 40 секунд, зачем мне его менять? Ой, блядь! Что за хуйня-то? Подожди. Дай сюда мне. Ой, блядь. Ой. К лестнице, без дураков. Оно опаснее, чем кажется. Странно говорить, но мне шутка. Да? Ты что? О, ну мне кажется, можно уже менять. Я думаю, мне этого хватит. Сейчас еще здесь обшарпаем все. Огнетушитель, что, блядь? А, фильтры. Ну это заебись. Это не взрывается огнетушитель этот. Да. Где ж у него кнопка? Вот она. Вот она, вот где-то вот здесь вот она. Товарищ полковник. Там все автоматизировано. Это схема метро, по-моему, нет? Нет, херня какая-то. Легко сказать. Но трудно Но сделать. Я знаю эту пословицу. Ладно. Запуск реактора. 1, 2, 3, 4. Сейчас штоком шарахнет, шибанет их, смотри. Вот сейчас и проверим. Товарищ полковник, мощность на четверть. А надо на полную. Чертям свинячим. А чё ты пердишь-то? Слышь, не перди, не культурно так поступать. Что? Ой, ёбаный рот. Что за дьявольщина? Эта дрянь ещё и сопротивляется. Да что за ересь? Система ручной активации, гидравлика. А, чёрт. Артём, теперь задание на миллион. Видишь там кран под потолком? Забирайся в кабину. Это резервная система активации. Какой, блядь, кран, ты чё, блядь? Манипуляторы. С ней мы сможем поднять вот стену. Это? Ты дуй туда, я отвлеку эту тварь. Но дуй, ёб, ты сейчас штаны меня, надую, блядь, себе. Такими темпами. Что это за ухо, блядь, огромное? Ебать, оно тебя слышит этой хуйнёй. О,
Блять, я думал, меня ящик атакует нахер. Ой, блядь, пошла нахер, короче, тварь. Да ты ебанутый, что ты делаешь-то, блядь? Сука, дебил, блядь. Блять, нахуй это упал-то, а? Конечно, он знает, как этой фигней управлять, естественно. Короче, ВСД, блядь. А куда идти-то? Это я понял. Вот эту фигню, короче, выдвинуть вверх, я так понял. Достигнуто как? Ай, блядь! Ничего. Куда я опускаю-то? Я не вижу даже. Блядь, да отъебалась нахуй. Ну, блядь, достигнуто. И что теперь я сделаю? Достигнута контактная зона. И что? Внимание, извлечение стержня. Извлекла? Блять. Все есть? Ага. А, у меня и крестик этот. Достигнута контактная зона. Внимание, извлечение стержня. Блять, нихуя она меня распидорасила. Достигнута контактная зона. Да, достигну. Сейчас мне. Сейчас я сожгусь. Извлечение стержня. 100%! Сейчас, ребята, минуту! Ничего, что я сейчас сдохну. Алло, блядь! Алло, блядь, Артём, нахуй, вылазь отсюда, нахер. Ты дурак, нет, вылазь. Ну да нахуя тебе этот кран-то, иди ты... Хорошо, блядь. А, я должен был назад. Убегаем отсюда. Алло, блядь. Похуй. Слава советам, раньше всего строили с запасом. Тут есть еще один. Пошли сюда. Вернемся позже и закончим это дело. Сначала давай разберемся с твоими черными. Так, еще книжка. И снова мы отправляемся на поверхность, но в этот раз во всеоружии. Ульман шутит, под нашими ногами дрожит земля, но мне кажется, я и вправду чувствую эту дрожь. После всего, что нам пришлось преодолеть, нас не остановит ничто и никто. Враг будет повержен, обращен в пыль и пепел, так как всегда мы поступали со всеми врагами. Одного не могу понять, почему же черные не пытаются остановить нас? Не ждет ли нас засада? Дурные предчувствия, которые меня мучают уже давно. Все сгущаются. Ну да, это поход финал, блять. Финал, блять. Потом нас ждет метро Last Light. Редукс, естественно. А потом метро Exodus. Эта херня все еще орет, блядь. Она... Ты только оглядись, Артём. Это же наше наследие. И наше будущее. Невозможно представить себе, какую власть дает своему хозяину это место. Какую силу. Ух, нихуя себе, блядь. Завод танков, что ли? Отвоевать твое место под солнцем. Снова стать повелителями земли. Мы перестанем жить и дохнуть в подземельях, как крысы. Будем строить дома до небес.
А в метро спускаться только, чтобы домчаться от одного конца города до другого. Слово «человек» будет снова звучать гордо. Мы застряли. А, нет, просто лифт как-то заклинил. Скажите, товарищ полковник, а кто сильнее, вы или Супермен? Гори в ответ. О, хуйня прилетела к нам. Давай, залазим в хуйню и поехали. План действий таков. Мы с Артемом выдвигаемся в Останкино. Попытаемся забраться на башню. Конечно же, а эти двери чё не открываются? Будем корректировать огонь. Ты останешься здесь, прикроешь Володю. И попробуй достучаться до наших, чтобы прислали подкрепление к башне. Ну, храни вас, ну, в кого вы там верите. А почему я сюда пройти не могу? Что за дискриминация прав человека, блядь? Артём, бери систему наведения. Кого? Чего, блядь? Кого, какого наведения? Куда идти-то? Что, блядь? Бери систему наведения. Дайте подумаем, что же это такое? Что же, блядь, такое система наведения? Дайте подумаем, блядь. Мне же не могут объяснить, блядь, по-человечески. Давайте подумаем, что же такое система наведения. Блядь, даже не знаю. Блядь, потому что ты объяснишь, что такое система наведения? Я не знаю, я тупой человек, блядь. Объясни мне. Что, блядь? Что это такое? Я думал, мы просто поедем. Серьезно? Надо еще куда-то пиздовать? А, к тому поезду, наверное. Как я туда пройду-то? Ты что, дурак, что ли? Как... Слышь, бля, как я пройду туда? Чё, издеваешься нахер? Полагаюсь я только на себя и на вас. Всем остальным плевать. Почему у меня стрелка туда стоит-то, блядь? Чё меня путают-то? Пиздец, меня путают, нахуй, путальщики. Сойдя с поезда, о, нихера. Мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королёва. Теперь мы были совсем рядом с Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Че, мы на башню пойдем, что ли? Что? Что, блядь? Как добрались, товарищ полковник? А-а-а, все, вспомнил. Слышите? Какого черта? У меня патронов нет, нихуя. Круг, быстро! А может, мы в машину залезем, нет? Может, это получше было бы идея-то? Спокойно. А можно я не буду стрелять? Вот, блядь, нихуя ты ползёшь, блядь. По-моему, он хочет накинуться. Понял. Нахуя, блядь, я использовал-то её, блядь? Блядь, можно запрыгнуть куда-нибудь? Пиздец, блядь. Ой, блядь. А, всё? Ебать, серьезно, это все пули мои. Блять, пиздец, у меня вообще ж нихуя нет. Что это такое, блять? Че тут трюкать-то выполняешь? Демоны! Че, демоны? А башня-то как выстрелы, я не понимаю. У нее прочность не та, чтобы после ядерной войны в небо торчать. Ох, ебаный в рот, нахуй. Димона, а вы что творите-то, ёбаные твари? Блядь, Димон, ты что сделал?
Вот, сука, Димон, блядь. Артём, с тобой все в порядке? Демоны их рассеяли. Надо прорваться к башне. Это наш шанс. А зачем нахуя нам башня-то, блядь, это? Разъёбанная. Я присяду, пожалуй. Слева, а не слева. Теперь справа. Нахуй отсюда, блядь. Заебись. Все, девятнашка осталась. Все. Все, блядь, стреляй! Стреляй, блядь! Дам тебе шанс. Что это? А, заебись. 270, нихуя себе! Артём, сюда! А, то есть на дробовик нихуя, да я понял. На дробовик, конечно, не надо. На дробовик не слышь. Чем прям на башню поднимемся? Или тут контрольный пуск сделаем, блядь, ракеты ебучие. Сдохнет уже. Кто нахуй? Отъебись нахер! Десантируемся. Куда десантируемся? В автобус нет ничего. Опачки. Патрончики. Давай скорей сюда. Нам нужно убираться отсюда. Артём. Смотри, комната жива. Почти попал. Заменить противогаз? Сказать, допустим. Мы как бы невидимые. Да и на вкус мы не очень. По-моему, очень даже видимый, слушай. Вперед, вперед! Теперь тихо. Пошли. Блять, все разъебашилось, а башня стоит. Как она стоит, блять? Сюда. Там лестница должна быть, башня. Забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Ничего, наверх, что ли? А как ты отцепишь-то его? Давай, давай, упырья жало, давай! Вуаля! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Ебать, не быстро ли мы поднимаемся-то, ебаный? Честно, там потолок расхуярит, нет? Тормози нахуй шарманку, блядь. Ебать, на Санкинской башне... Я ж тебе сказ. Эй, Артём, с тобой все в порядке?
Фантастика. Да, чуть не ёбнул справа. Ульман! Ульман, как слышите? Мы на башне. Мне кажется, он хуёво должен слышать на такого высоте-то. Ладно, Артём. Так. Шаг за шагом мы поднимаемся на башню. Мы пришли из-под земли, и мы пытаемся взять небеса штурмом. Вокруг свинцовые тучи, будто стена стоит. Ступени изъедены временем и крошатся под ногами. А ветер такой, что кожа с мясом сорвать, кажется, может. А, блять, охуенно я прочитал. Кажется, не ждут нас на небесах, наше место под землей. Как, блять, башня в этой хуйне вся стоит, я не понимаю. Она должна была ёбнуться 10 раз. От кого? Блять, они здесь уже, ёб твою мать. Здравствуйте. Не желаете пойти нахуй? Оно улетело! Найди способ сюда забраться! Ну ёбаный бро! Подыхай, тварь! Беги, Артём, беги! Блин, башня шатается, ничего? Сейчас башню сломаешь. Что? Ничего я должен был делать? Ульман, как слышите? Мы на башне. Цель скрыта за облаками. Мы поднимаемся, прием. Ладно, Артём. Нам теперь нужно тебя... Надо было сюда бежать. Подыхай, тварь! Сейчас эта хуйня башню разломает, и все, и пиздец, мы сейчас ёбнемся. Ну а куда идти-то, ну? Сзади! Осторожнее! Ты с какого сзади-то? Я кружусь тут на одном месте. Ага. Вижу. Блять, вот он стоит. Мужик, принимай меня. Ульман, как слышите? Отбили нападение демонов. Продолжаем подъем. Да, блять. На связи, Мельник. Стреляй, Артём! Артём, Мельник. А я что делаю, блять? Я стрелял! Блять, и что я должен был сделать? Я стрелял, блять! Хорошо, давай возьму и эту хуйню. Ульман, как слышите? Отбили нападение демонов. Продолжаем подъем. Должен быть расчет-то на то, что я, блять. На связи, Мельник. Стреляй, Артём! Артём, Мельник, прием! Сдох? Нет. О, нихера у него глаза, как у динозавра. Вот черт. Ульман, как слышите? Меня ранили. Будете на связи с Артёмом. Сейчас эта хрень башню перевесит, смотри. Она тяжеленная теперь, это чудище. Сейчас перевес пойдет. Ух, нихуя, это что такое? А чё это такое? Вот это вот. Это кто? А это чьи лапы, блядь? Чё за лапы ебучие? Это кто такие? Ебать, новые чудища какие-то. Ну, а что ты хочешь-то? А, наверх. Ладно. А. Ха! Сука. Блять, сегодня провалов будет охуеть сколько. У, какая У? Можно мне объяснить У, тупому человеку? У русская, блять, или Y, английская? Тут постоянно клавиши меняются, блять, как не знаю что.
Я буду две ружи, не бог. Сразу жму, блядь. У, как хуй знает какая, блядь. Жму две, блядь. Сейчас опять жать надо будет, смотри. Ага. Ага, сука. Я не понимаю, как эта башня может стоять здесь. Ну это невозможно же, блядь. Ну не может она тут стоять, блядь. Не, расчёта нет на такой ветер-то. Расчёта нету. Должна была уже упасть. Он здесь. Кто, блядь? Я рад, я сейчас иду. Он пришел истребить нас. Артем, прием, слышите? Так финала или нет? Я что тяну-то? Я не понимаю. Тут мы будем подниматься-то. Просто у меня серия 45 минут, как бы. Я не хочу, чтобы... Так, новые заметки. Я остался один. Все самое главное мне предстоит сделать самому. Ни на кого переложить ответственность. Ни у кого попросить помощь. Судьба людей... в моих руках, и судьба черных. И с каждым шагом моя уверенность в своей правоте тает. С каждым шагом я задаю себе больше вопросов, таких, на которых мог бы ответить лишь хан, на который. Только вот хана тоже нет рядом. Я один на вершине мира. Отсюда вижу много чего не мог увидеть на поверхности. Услышать такое, чего представить себе не мог, что... Блять, под землей. Я ощущаю присутствие черных. Слышу их. В моем мозгу теснятся какие-то образы, учат эхо непостижимых для меня чужих мыслей. Я знаю, что черные умеют проникать в чужое сознание, что они сводят своих жертв с ума. Может, я и схожу с ума, только бы добраться, только бы сохранить рассудок, только бы суметь навести ракеты, только бы суметь. Так, хорошо. Ой, да иди ты нахуй своим фильтром, не до тебя сейчас. Что опять-то? Ну что? Ага. Блять, вот ты сейчас наебнешься, сука, отсюда! Вот. Ладно, заменяй. Почти наверху. То есть, блять, самая верхняя антенна отъебнулась, а это все стоит. Ладно. У нажимать, да? Что, куда мы поехали-то? Ой, блядь, все разъебал нахуй. И что? И куда? Блин. Сюда? Нет. А куда? Что, блядь, я... А, сука, лестница. Остановите его. Да не буду я никого... Уничтожьте его. Ну лезь, блядь! Сука. Черных, блядь, негров слушаешься. Хули ты их слушаешься? Вот, что это такое? Что это, блядь? Мне очень, блядь, интересно, что это. Это какой-то вулкан, блядь? Хуйня какая-то, короче. А, это ракетки. А, так это и есть черные, блядь. Ар-
Артем! Это ножки, сигнал отличный! Продержись еще минуту, и мы их накроем! Ты как? Остановлю тебя. В смысле, продержись минуту, блин? Нельзя позволить ему. Мы уничтожим его. Я опять что-то не так сделал. Я нихуя не делал. Так, ящик, там должен лежать противогаз. Логично. Ящик, дайте мне сюда ящик. Что? Бля, что за пиздец, а? Мне кажется, туда не надо идти. Нет, давай я посмотрю, что здесь. Мне же, блядь, пиздец интересно. Нельзя позволить. Нет! Я не могу назад идти, ты ёбаный в рот. Мы остановим тебя. Ладно, пошли. Уничтожьте его. Мы к тебе надо, да? Или нет? Сдавайся. Блять, а хуй его знает? Ну в тот раз я к нему шел. Заебись, блядь. Что, блядь? Что происходит? Охеренно, я хожу кругами. Так, я понял, ладно. Мы пойдем назад. Сдавайся. Пошел нахуй. Пошли нахуй. Нахуй пошли. Нахуй, нахуй, нахуй. Нахуй, нахуй. Опачки. Так, к тебе надо. Ну как такое возможно-то? Это ж нереально. Где, блядь, опять? Что это за Evil Within, блядь? Прыгай нахуй. Нельзя позволить ему. Ну нельзя, нельзя. Ну а что я сделаю-то? Ну нельзя. Ну не позвольте теперь. Нет, сюда я не пойду. Сдавайся. Да зачем сдаваться-то? Никто, русские не сдаются, блядь. Понял, нахуй? Позволить-то нельзя, да. А там идут уже. Блядь, перелетели, блядь. А, нет, все нормально. Нет, не нормально, я упал. Сука! Сука, все заново, блять, ёбаный в рот, а? Ну почему не эта игра не прощает ошибок-то никаких, а? Он
Я же хочу финал пройти сегодня. Но почему я должен, блядь, отдельную 10-минутную серию-то делать, если у меня 55 минут серии-то идет? Блядь, дайте финал, сука. Сюда идти, да? Да. Так, я понял, сюда. Сохранение. Оно точно сработает? Сохранение, блядь, беда с ними, реально. Они иногда не срабатывают. Да нельзя, ты заебал эту фразу уже говорить. Можно я застрелю его куда-нибудь? Кто ты? Дядя. Надо истреблять. Это же этот, блядь, бурбон, нахуй. Сдавайся. Ну все, пизда вам, нахуй. На, нахуй, блядь. Да ты ебать прочный, дяденька, ёпта. Все, стреляй на. Артём, вылетело! Принимайте посылочку! Эта сучка лежит здесь. Опа! Так это и есть черный, ебаный его. А, там Москва-Сити, да, смотри. Или что это? Или Москва-Сити тогда не было. Хер его знает. Это что? А, это ракетки. И сейчас этими ракетками, блядь, башню собьет оставшуюся, блядь. Какой-то мудрец сказал: тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих. Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей. Я защищал свой единственный дом, метро. И мы победили. Все, финал получается. Угу. Ну, на этом мы с вами закончим. Увидимся с вами в следующих сериях метро. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, всем пока-пока, друзья.